мной. Всем привет! Меня зовут Сергей. Добро пожаловать обратно в Crossout. Темой сегодняшнего видоса становятся боевые сетапы, собранные на базе Джанаби и несущие в качестве вооружения дронов Яугуай. Судя по комментариям под прошлым роликом, с Джанаби и Кавказами вам такие сетапы зашли. И Джанаби и Яугуай – это был один из самых массовых предложений. И в комментариях по-прежнему идут споры на тему действия этого перка. Кто-то говорит, что бонус к урону идет сразу, как только ты запускаешь дронов, если была отработка перка Джанаби в момент запуска. Кто-то говорит, что крутиться надо постоянно. Давайте проверим, как он на самом деле действует. И ту мишень брать не будем, потому что из-за периодичности стрельбы наших дронов, эта мишень не успевает полностью показать весь урон. У нее есть уже свой определенный таймер. Во-первых, просто урон по Левиафану за одну отработку, пока я стою на месте и ничего не делаю. «670, по-моему, самая первая цифра была. 680 и 280. Запускаем дронов во время дрифта. И раз. Сразу пробил, жму на паузу, точнее жму на ручник. Стоим, смотрим. Запустил дронов чисто во время дрифта, никуда не поехал. 650 единиц урона. 700 за вторую отработку. Ну и 260 за третью отработку. То есть то же самое практически. А теперь запускаем дронов и дрифтим вообще все время. И вжух, полетели. Так. 811 сразу с первого залпа. 840 со второго залпа. Ну и будет, наверное, сотни три, да, сейчас? 240, смотри, с третьего залпа. То есть сразу очевидно становится, нифига халявы не будет. Нельзя просто так выпустить дрон и его свистать по своим делам. Буст к урону будет тогда, когда ты дрифтишь. Дрифтишь постоянно, постоянный буст. Не дрифтишь, хрен тебе, а не буст. Дай-ка я попробую еще, знаешь чего? Попробую дрифтить только в тот момент, когда дроны начинают свою атаку. Допустим. 799. Интересненько уже становится. Так, начался дрифт. 760. Дрифт сейчас начался, кстати, не сразу в момент начала атаки дронов, а в середине. Ну ладно, крутиться по ровным пескам гаража – это одно, а вот пытаться как-то дрифтить в бою, пока тебя еще пытаются убить – это совсем другое. Поэтому поехали в рандом и посмотрим, как это удастся вообще реализовывать. Так-то урон зверский, даже с двух яугуаев под дроном. Сколько он получается в общей сумме? Практически 1800 или около того урона в сумме было по кабине Левиафана. Но это опять же просто голая кабина, которая лежит в гараже. Поехали, в общем, в рандоме. 7844 очка мощи и 7130. Всего две машины на сегодня, два яугуая и три яугуая соответственно. Дрифтят обе эти машины довольно-таки неплохо, если хотя бы немножко их разгонять. Так, автопушка сюда прется, держи автопушка. Блин, а я благополучно врезался в стену. Воу-воу-воу-воу-воу, уходим, уходим, уходим. Да я вообще такой уходятел сегодня. Тихо, не надо, отстал от меня. Уходим, уходим. Все, ладно, нормально, утек. Так, союзы там приперлись. Погоди, сейчас назад немножко. Немножко надо помочь. Закину на центр. И раз, раз, и поеду дрифтить. Кинул дрона и дрифти. Будешь чудо молодец. Дрифт срабатывает, но не всегда. Смотри, один дрон еще висит. Так, этого добили хорошо. 96, 130, 190. Не мешайте, пожалуйста, я больной. Спасибо. Все хорошо. Не, ну реально, едет человек просто мимо меня. Я стою на месте и кручусь. Вот что он может подумать? Да что с тобой не так? Все воюют, короче, а ты вот это вот. Так, нормально живем. Блин, по-хорошему, сейчас бы он туда им под жопничку кинуть в виде дрона. Сейчас они уже зарядятся, все будет. Так, пошла отработка, дрифтим. Все, скончались мои дроны. За... Ай-яй-яй-яй, запускаем. Ладно, дрифтить в прицеле у Кайзю на самом деле, мне кажется, не самая лучшая затея, поэтому давай-ка лучше вот так. Вот, совсем другое дело, 417 там была отработка. И 24, и все. 73, прекрасно, этого выпилили. Дай-ка я Кайзю подарок зашвырну, а то она там сидит, релаксирует, такая как будто неприкаянная.
Кайдзю, кайдзю. Кайдзю в инвиз зашла, да? Оп. Хе-хе-хе. Лови пирожечек. Так, отлично. Мне бы разогнаться побольше, на самом деле. Кайдзю уже уехала отсюда. Так, там Миракл уже еще живой превозмогает, причем сразу против трех по ходу дела. Даже убил кого, смотри. А Кайдзю просто уехала отсюда. Она сказала, да дай мне эти проблемы, короче, ладно, я все, до свидания. Такой молодец. Здравствуй, Кайдзю. Это тебе. Это тебе. Давай, 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 давай. Красота! Так, Кайдзю выходит. 39. У меня тем временем уже третий фраг. Блин, ну только один установщик дронов не отбили, а в остальном все хорошо. И пес он тоже с горящей кабиной уже носится. Давай, союз! Мы сможем! Наверное, чего-нибудь. Вот там сзади, там дробаут, блин, этого убили. Ай-яй-яй-яй. Кайдзю засранец на гусеницах, особо шустрый. А, вон он туда пошел, да? На, держи. Ну давай, 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 давай. Отлично. Так, ладно, этот выпилен. Там остался один. А где он? Какой напряженный бой, блин, на этих хомах. Что происходит вообще? Ой, тихо. Стой, не падай. Нормально, живем. Ах ты, зараза. И самое смешное в этой ситуации, что это у меня был последний дрон. Если он сейчас не сможет добрать дробовода, то как бы это все. Я попробую, конечно, на победу сыграть. Приехать там суициднуться под него. У него там есть бочки, смотри. И генератор. Ну как бы ладно, пирожочек. Все. Победа. 2243 очка и МВП за первый бой. 5 фрагов. Так, пошел первый отстрел. Давай, давай, дрифтим, дрифтим, дрифтим. Нормально, 300 в одного, 300 в другого. Этого добрали, красота. Правда, пока я тут впервые за весь бой удачно закинул дронов, практически все враги уже передохли. Так, ну этот без меня сейчас дохнет, скорее всего. Тихо, не надо. Потрясающе, дружище. Так, тихо, я вон визик. Сможет ли дрон? Блин, я его так кинул, что нет, не сможет. Ладно, все. Сам задал вопрос, сам на него ответил. Такой самостоятельный. Здорово! Откусил парню спойлер. Интересно, сильно испугался? Не особо, смотри, огрызается. Ну, на самом деле, недолго ему огрызаться осталось. Я его просто установочками ударю разок, да и все. А нет, смотри. Вообще никак не смог ударить. Какой был первый бой, да, и какой второй бой? Ну, тут союзы просто поехали и всех сдули нафиг. 338 очков. Так, двух дронов расчехлил. Давай накатывать. Дрифт. Расчехлил двух, одного уже убили, а второго тоже уже убили. Ну, тогда нехрен и крутиться. Поехали переставлять. Опять же, больше внимания на миникарту, чем куда-либо еще. С этими дронами всегда так. Вот хорошо, если есть глазастый враг, то... О, пошел острел. Если есть глазастый враг с дробовиком там, или с пулеметом, или с чем-то, он охрененно быстро этих дронов сбивает. А если кто-нибудь их не заметил вовремя, то тогда да, тогда картина совсем другая. Вот этого сейчас можно было бы забрать, но это уже бессмысленно, лучше закину вон туда, получается. Одного далековато кинул, левого. А, нет, там тоже враг есть, нормально, дрифтим. Дрифтим, дрифтим. Ну, конечно, трудно дрифтить на холмах, если уже на то пошло. Так, давай, 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 дрон, да. Блин, он уже все. Последний зал, последнюю очередь дал кое-какую на 160. И отъехал. Так, и последний у нас там сидит, получается. О, испепелитель. Такой грозный. Так, испепелитель спрятался. Но испепелитель тут тоже уже все, я так понимаю. Ой, он вообще лапками в небо. Ну да. Одного дрона передним, другого за ним. Приехали, просто коллективно сожрали. Он, по-моему, даже вышел из боя, не дожидаясь. 460 очков. Так, первые два дрона уже расчехлились. Давай, гасим. Смотри, враг там даже остановился. А, он в инвиз зашел и все, и пропал. Не, смотри-ка ты, опять расчехлился. Так, что у нас здесь приехало, здесь турельки. Ясненько, помогу по турельке. Ой, здесь не только турельки, здесь смотри, какая красота. Так, ладно, я пошел.
Всем говорить, как говорится, всего доброго там. Счастья, здоровья, не хворайте. 336 на стакл, сейчас вообще не время для дрифта. Я понемножку, конечно, пытаюсь там подтанцовывать и смотреть, даже удается. Теперь кабина отрабатывает, но... Полноценный дрифт там сейчас вообще не в кассу. Это что было? Не знаю. Мы как-то друг друга так затормозили случайно. Куда ты меня везешь? И главное, едет нон-стопом. А, это Кавказ. Все. Вопросы сняты. Сзади нас там догоняет. Давай, приезжай прям по дрону. Да ты зараза, смотри, какой он, а. Но он тоже с Кавказами. Кавказами, конечно, да, сбивать дронов — это благое дело, правильно делает. Так, и раз, два. У этого кавказера, думаю, сейчас быстро уговорим. Сейчас двое еще отсюда припрутся. Да кавказик, ну что ж ты ушел-то? Дрон, главное, только пытается собрать его в цель, а тут же теряют. Так, ладно, я в инвиз. Ага, конечно, я в инвиз, решил на этой луже зайти. Такой молодец. Так, уходим, 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 уходим. Нормально живем. Ведем его сюда. Красота. Дрифтим. Да блин. Они лазером потыркали того проезжающего. Посмотрели, посмотрели на него такие. Ну ладно, пускай едет. Погоди, я вон вис опять же. Охренеть у врага кавказов в этом бою. Здорово, пирожок. Давай догони. Ага, красота. Так, я думаю, сейчас как минимум один тут будет уработан. Ау. Вот только турели понаставили. Это, конечно, да, может сыграть со мной злую шутку. Ну давай уже убей ты. Да блин, он все осыпался. Господи, как они кажутся, какими они кажутся бесполезными против обилия подвижной цели, да? Особенно, когда есть какие-то турельки для отвлечения внимания. Когда ты сам не можешь выбрать, куда стрелять, то это как бы все. Это же пень. А, я в инвизик. Блин, я в инвизик и съехал опять в эту лужу. Ну, это все. 363 очка, четвертое место по команде. Вот, думаю, здесь будет попроще с этими дронами. А то что-то три чистых острова практически подряд, это уже слишком. Как-то, когда есть такие карты, где очень много всяких мелких укрытий, то там с этими дронами становится, конечно, просто пипецки превозмогательно играть. Здесь больше открытого места, открытого пространства. Так, там Кайзю, я вижу, заехала за камушек, встала. Блин, дроболот сюда идет. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ага, дроболот там остался. Ладно. 150. Давай-давай-давай, дрифтим. Дрон там отрабатывает. Ну, как отрабатывает? Постольку, поскольку убили его. Справа еще к нам народ приехал. Какая красота, смотри. Так-так-так-так-так-так-так-так. Во, давай-ка этому закинем. Ау. Я вообще за что мне чего? Такой злой. Такой агрессивный. Ты такой негативный? Давай, дрифтим. 380 настакало, все, его убили. Опять, то мы сыпемся только в путь, то враги сыпятся только в путь. Так, там скиллотряс где-то гоняет, да? Я тебя понял, сейчас поищем. Ага, один там. И один здесь. 26, но здесь... А, здесь даже не я добрал, здесь кавказер какой-то добрал. Во, вот этот парень мне приплыл, конечно, вот этот парень мне попался. А, блин, здесь два дрона уже минус. Вообще, что-то кажется, такой юзлос абсолютно. Какой шикарный был первый бой. И... такая какая-то вообще никакая штука идет. Дальше. Я попробую сейчас прикрутить, немножко пересобрать эту машину. Буду видеть врагов на мини-карте. Дай его хотя бы так. Ага, даже так не добрал. Буду видеть врагов на мини-карте и кидать на упреждение. 423 очка. А, какое видеть врагов на мини-карте? Обрадовался. Конечно, у нас Йоугуайта по 5 единиц энергии. Это уже 15 получается. А Аполлон сюда ставить, это охренеть какая масса будет. Ну ладно, тогда поставлю хотя бы обычный. Или два обычных радара. Давай хотя бы туда, ладно, закину. Здесь будет вообще сейчас особо не подрифтить. Так-то сектор X. Так, ладно, пошел отстрел, давай начинаем. О, здесь там, смотри, что происходит. Так, дроны, вы там как, стреляете, нет? Ясно, дроны мои отъезжают вместо того, чтобы стрелять. Сейчас, погоди, здесь помогу. По крайней мере, сколько успеем, давайте. Угу, помог. Так, а три врага уже? Господи. Не, нафиг. У меня на самом деле стойкое желание ради дрифта и больше. Я понимаю, что сзади уже клиент, да, на хвосте. Ради дрифта и большей эффективности перейти обратно на крафт с двумя Йоугуаями, потому что этот по три. Взял его теста ради, и счета, короче, нет. Вообще не в кассу.
Так, давай, 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 давай. Ну, это сейчас уже спрячется. 259. Ховер далеко отлетел. Да, на самом деле. Не особо вариант. Глянь-ка-то, здесь кого-то выпилили. Еще! Попробую. Помните, я обещал сделать видос по комбинированным сетапам? Яугуай с капканом. Нет, дзюбока с обычным капканом. И дзюбока тоже будет там. Есть такое в задумках. 499. Дай предыдущую машину. Ой, да ладно! Там впереди мой старый копейщик поехал, которого я собрал уже года 4 назад. Блин, так приятно увидеть этот крафт, прям вообще пипец. Ну ладно, не о копеечке речь, а речь про то, что я начинаю реализовывать свои дроны. Так. Первое настакивание уже пошло, но там враг сейчас увлеченный стоит. Блин, одного дрона уже убили, второго дрона уже убили, все. Приехал дробовод, поплевался в дронов. Дроны померли. Не исключено, что от обиды. Не исключено, что от дамага. А чего у нас там крутится по флагу? Это... Да блин, ну... Что такой слабонервный? Ты куда-то уехал? Ой. А эти самые... Чё? Погоди, как? А, ну ладно. Тут откуда ни возьмись. Вот это было да. Внезапный поворот. Я вообще даже хп, по-моему, не потерял-то. Смотри, у меня нос целый, у машины. Какие секретные материалы сейчас произошли. Жестко. А только поле боя уже сместилось, на самом деле, пока я офигевал от произошедшего. Продолжаем дрифтить. Да, блин. Че, этого тоже тараном? Вперед! Едь, там мои дроны! Ой. Неловко-то как. Так, выпилим. А последний враг вернулся на нашу базу. Смотрели? А, нет, не особо целый минус. Вон там минус одна. Ну, это минус одну детальку, я, по-моему, сейчас потерял таран автопушки. Да. 721 очко. Уничтожение 198, отстрел детали 514. И снова сектор кекс. Если честно, мне даже просто хочется взять и выйти в гараж сейчас, потому что хочется посмотреть эту штуку в дрифте. Естественно, гораздо проще дрифтить как тогда, когда много открытого пространства. Так, там враг, получается, справа хочет пройти. Давай, проходи, мой хороший. Ну что ж ты затормозил? Ладно, сейчас его союз подтолкнет немножко. О, здесь как горячо оказывается, смотри. Хотя здесь он тоже вроде, в принципе, можно неплохо так раскочегариваться, если, конечно, жопой в лужу испепелителя не падать периодически. Ладно, попробуем. Давай-ка мы ответочку тем ребятам как раз закинем. Держи, держи, назад. Вот ты какой приставучий. Сюда этот приехал. Здесь нет никого, уходи отсюда. Блин, зараза, сюда ведь идет. Ладно, давай тогда иду уже вперед. Так, дроны там мои уже все. Да. Надо вытравить вторшенца этого с балкона. Он сюда придется. Давай, давай, заходи. Оп, оп, оп. Хорошо, пошли дроны. Сейчас они его там популяют маленечко. 190 в кабину. Одного он дрона уже выпилил. Не, ну это на самом деле жестко. Ну как жестко. Будь опять эти дроны там покрепче или еще чего. Многие на них бы только катались, потому что что тут париться-то? Дрон закинул над врагом. Ой, привет. И все, ни о чем не паришься. У тебя все нормально, дроны сами дальше все сделают. А дробовод зашел в инвиз. Кстати, засранец. Сидит у меня на хвосте, походу. Так, уходим. Блин, братан, я бы на том месте туда не ехал. Я тебе прям вообще серьезно говорю. Так, сейчас в эту кучу еще закинем. И будь эти дроны еще покрепче или более какие-то дамажные, то в рандоме будет какая-то жопа. 200-300 настакало. Немножко даже сейчас с отработкой перка пострелял. Но нет, против такой толпы врагов со скорострельными пушками это вообще бессмысленно. Ну ладно, нет так нет. Давай, тогда я просто выпилюсь об этих ребят. Вон, смотри, они все с дробовиками, они все с пушками, с синтезами, с гравостарами тоже. Это вообще забей. Всего 142 очка и пятое место по команде. Ни хрена там что полетело. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я хочу догнать эту штуку. Так, 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 дроны есть, красота. Ага, вот только там, где они есть, теперь нет врагов. Не, есть он тоже. Ой! Ай. Все, хватит.
Невзирая на то, что у нас с вами было только два поражения, здесь хрен его знает, может быть и была бы победа, но я вышел, понятное дело, бессмысленно дожидаться. Здесь тоже один бой, который даже не попадет в этот выпуск, скорее всего. Я там просто выехал, помер, еще быстрее, чем в этом, и все на этом. Не вижу смысла его включать. Один бой только, самый первый у нас, как удачно зашло на два косаря, но там всех врагов хорошо прям было видно, было много открытого пространства, и со многими из этих врагов мы сталкивались один на один. А последний дробовод так и вовсе просто перевернулся и лежал, задрав пузико к небу, и ждал, пока я приеду и суициднусь об него. С кавказами в этом плане было гораздо проще, на самом деле, а что касается этих дронов, я бы взял обычные сетапы, наверное, где не надо прямо так сильно заморачиваться на тему этого дрифта и так далее. И возвращаясь к теме сетапов, собранных на базе кабины Джанабе, вспоминаются все разговоры и комментарии про аэротроны. Меня, если честно, терзают смутные сомнения в этом плане. В плане сетапов аэротронов и Джанабе. Тут дело даже не в том, что нужно держать какую-то минимальную максимальную дистанцию, которая очень сильно у аэротронов ограничена. И на колесном крафте это делать зачастую даже проблематичнее, чем на ховере. А дело в том, что ты можешь, конечно, получить какую-то определенную прибавку к урону над кабиной, если будешь дрифтить. Но, опять же, дрифтить в гараже – это одно. А дрифтить на поле боя, когда твоя цель еще постоянно то ближе, то дальше к тебе, под ногами всякие холмы, препятствия, союзники и другие враги – вот это уже совсем другая пьянка. И аэротроны, на мой взгляд, топовым вариантом себя проявили на базе кабины «Омнибокс». Просто за счет того, как Omnibox ускоряет перезарядку. И вот как-то избавляться от той перезарядки в угоду рандомно действующего перка. Но оно действует, конечно, постоянно, если его используют, но вопрос в том, насколько удобно его использовать. И вот в бою как раз он то будет работать, получается, то не будет работать. А вот перк кабины Omnibox будет работать всегда, так как вы его включили. В общем, не знаю, я посмотрю еще такие сетапы. Если там будет что-то такое прямо интересное, что стоит показать, то покажу. Но так или иначе, это случится уже в следующих видосах, а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.